Поехали. Дубль три. Теперь у тебя почему-то ник зеленый. Рандомно постоянно. Так, что, будешь строить башню или нет? Или мне строить? А нам все равно, видишь, по-любому лучше это передавать. Давай, строй ты, я буду. Сейчас попробуем тогда. Так, уже можно. Пошли. У нас верстан Так. есть. А, денег нету. Да, сейчас немножко как начнется. По ожиданию игроков минута. Тогда можно сделать вот так вот. Так. Там 150 кидываю. Предал. Ага. О, это контрольная еще была. Хватит? Хрена. Это явно эффективнее. Да, это все ясно. Короче, с дотных надо начинать. Это было. А, передаю. 250. Вот сюда надо воткнуть. Есть. А вы как-то бафаете друг друга или что? Или как это вообще работает? Хрена непонятно. Ой. Что? Кино. Так. Работает, 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 работает. Отлично. Да, все, теперь правильно работает. Хватать. Аннигиляция.
Сейчас, подожди, еще не вечер. Ясное дело, блин. О, буйволы. Хватать. У него еще уровни. За какого-то большого, видать. Надо магический эффект отключить. Я думаю, что-то тут какая-то жопа происходит уже. О, сбалансированное... Чего? Сбалансированное зелье 4 уровня. Очки репутации. Да смогов, наверное, падает. Ой, блядь, передаю. Так, надо медло строить в первую очередь, вода, лед. Был еще яд. Катать. В прошлый раз тоже проблемные были. Ну, в этот раз ни один не прошел. Так, передаю. Так. А что у меня вообще с ними написано? Тут земля, может быть, молнию к ним добавить? Они все-таки уешные. Зойки три упало. А, не все правильно. Контроль. Иллюминаты. Строить цепелейкой можно, которая мобов не умеет убивать. О, ни хрена, это тоже массовая билка. Ей пользоваться ужасно. О, камень света, камень земли. Ничего себе. Слушай, это классный данж. Так, что там, вода под угол. Вода промен... Так, стоп, промен... Видать, просто рандомные награды за прохождение. Может, за скорость дают. Что там? Может, еще что. Я забыл. Так, следующая вот. Волна. Ой, вот эти вот противные. А, у них иммунитет. Ты мог башню?
Полную защиту от контроля. А, так. Давай откнуть огонь ветром. Правильную секцию. Ну, типа, наш контроль не действует на них, по идее. Да, башня работает. Здорово. Ну, пока что... Издаваемся. Пока что остановились на орках. Не знаю, будут перемены, не будут. Так, скидываю. 201. Ну, короче, типа, знаешь, как я тут подстраиваю, вот если не построить, сразу все провал. Как-то так это выглядит. Бесправная ошибка. Это, конечно, жестко очень. Те, кто-то играть не будет. Монстры имеют шанс уклониться от любой атаки. Надо наоборот эти секции в обратном порядке. Это как раз таки дамаг я строю в прошлый раз доты. Сейчас доты были бы удобнее. Ну, они плотные, пиздец. А, они пиздец плотные. А, не. Все под контролем. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Я больше переживаю, что добежать на усиление башен. Так, начало карты. Угу. Потому что тут вообще блинков на этом баге нет. А, есть. Так, а может, слышишь, может, тогда ты там начнешь просто снизу улучшать. Не прям самый это последний. Это неэффективно. Атак, но... В середине, но можно, да. Так, что там? Ой, лесные волки вот эти вот. А, жирные, да? Да, это как работает. Там вода, по-моему, в углу. Боже, не запомню. О, тихо. Вода. Вот. Вот волки у нас как раз таки прошли. И раз там. Окей. Пиздец. Волки, конечно, вообще прям пиздец. А шо? Почему? Нормальные волки такие... Сука. С волками надо что-то решать, пиздец как. А, у них защита от башен.
Не тупо, походу, их руками бить всех надо. Никаких, блядь, убить. Ну, у них, типа, ну, большая защита. Не полная. Ну да. Урон-то идет у них. Не, ну это уже говорит о том, то есть, что мы тут мобов еле ковыряем. Только первых нормально, там первый пол 10, наверное. Сейчас будет босс, правильно? На этого контроль тоже, наверное, действует. Не, действует. Так, а что там а стоит? А что у него? Молния. А, от проклятий, короче. Земля. А у меня нет проклятий. Блять. Не в тему стана не дали. Блять, опять. Блин, этот маг, типа самый сильный маг, бьет меньше, чем хил по этому мобу. Хоть еще вот это надо включить. Ой, зря. Кидываю. Сейчас свинки, да, будут жрать? Ага. Заморозку, наверное. Тут дамажащие, может, я не знаю, воткнуть. Ждут такое себе. Долгая подготовка здесь. После РБ. Не будем велосипед изобретать. Вот здесь, наверное, надо было сразу идти наверх и улучшать их на второй уровень. Да, я вот об этом уже думаю, потому что здесь в конце, в принципе, башни не особо полезны, самые последние. Тут нужен самый ДПСящий башня, видимо, только землю воткнуты и все. Что-то свиньи вообще пробегают моментом. Да, но ни одна не прошла. Не прошли. Так. Скидываю. 3, 5, 3. Ничем не усиливается. О, гидры, которые эфир дают. Идет. Так,
Как усиление сразу бахнет. Забыл же, что нажать. Там было так молния. Слушай, скала очень хорошо их станет. Ауешные три станы. Бро. Да, 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 да. Сука. Ну, это первые мобы, которые прошли. Не, волк еще. А, ну ладно. Да. Правда, дальше проблемы будут. Так, 350. Кинул. Гипотетически, наверное, улучшалки бахнем. Ты уже там улучшаешь? Да. У меня появился план. Сколько у них еще полностью? Блин. Ну, типа, да, оно, конечно, работает, просто из-за того, что я сзади улучшаю, оно не работает. Блин, вот это проблема. Я, короче, знаешь, что начал улучшать у сериалки сначала. А-а-а. Блядь. Сколько они там дают-то, интересно. Так, скидываю. А что за сотрясение такое? Прожарка, что ли? Прожарка, может. Открылся разлом, бездна написал. Mm-hmm. Вот только дебафы канают, урон не канает на этих. Так, это значит начальный сейчас. И нихера не сделать, просто тупо, блядь. Стан кидаешь, и то ты часто попадаешь в этот. Все, габелка нахуй.
Но с этой волной мы вроде как это, еще не помню, 14-е это. 14 мы все проиграли уже. Скидывай, О, ну мы прошли сейчас. скидывай. Кидываю. Ну, уже лучше. Пока мне не нравится результат. Ни хера. Да, реально, при боссе, наверное, надо грейдить, а не последние башни строить, они там вообще беспонтовые. Пока туда вообще мало чего доходит, на самом деле. А если доходит, это уже все. Там не спасет последние. Легионеры. Это обычные мобы. Без всякого прикола. Просто очень жирные. Почитаем. Башню делает. А, ну то есть я их могу тупо не бить. Чё? Дамаг просто ближе к нулю. А. Там совсем сверху нельзя. Что делать? Как там? Гейм овер. Окей.